Первое в стране предприятие по производству бананов расположено в Сайрамском районе. Турецкая компания «Генгрупп Казахстан» построила тепличный комплекс площадью 5 гектаров и посадила бананы. Культивируемый сорт банана адаптирован специально к климатическим условиям Казахстана. Первый урожай планируется собрать через 6 месяцев. Руководитель предприятия Тимур Утешев планирует в дальнейшем производить такие виды фруктов, как манго, авокадо. Помимо экзотических фруктов, в теплице выращивают помидоры и клубнику. Стоимость проекта на первом этапе составляет 4 миллиона долларов США. Качество строительства высокое. Теплицы оснащены климат-контролем и адаптивной системой питания. Предприятие, не имеющее аналогов в Казахстане, в ближайшее время расширит тепличные угодья на 5 гектаров. Теплица, расположенная в Кайнарбулакском сельском округе, позволяет производить около 1000 тонн бананов в год. Это обеспечивает потребность внутреннего рынка в 1%. В рамках рабочей поездки в район аким области посетил лимонную теплицу Шымкир-Медет. В районе, расположенном в населенном пункте Касымбек-Датка, общая площадь 1 гектар, в земле высажено 2000 саженцев лимона. В год 80 миллионов лимонов. Этот лимонарий считается самой большой теплицей на территории региона. Глава области отметил важность диверсификации посевов. Обратив внимание на вопрос о орошаемом водоснабжении пашни, глава региона поручил продолжить работу по изучению запасов подземных вод, а также изучить баланс всех водных ресурсов.